10 апреля в 16:50 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП на 214-м километре скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» с участием двух автомобилей. На место ДТП выехало несколько отделений пожарно-спасательных частей Твери и области, аварийно-спасательная служба Тверской области, экипажи ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Сотрудники МЧС России произвели деблокировку пассажирки одного из автомобилей, после чего передали ее бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие направлены в лечебное учреждение Твери. За период с 8 по 14 апреля 2024 года на территории Тверской области ликвидировано 55 пожаров. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101 112, телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8 48 22 39 99 99.